Acknowledged. Правила игры изменились. На сторону наших соперников встал сам император. Необходимо уничтожить силы вероломных ордосов в этом регионе, дабы показать его величеству истинную мощь дома Атридесов. Итак, приветствую вас, дорогие интернет-зрители, с вами Скудер, канал Ни Слова об Играх, и мы продолжаем проходить Dune 2, The Battle for Arrakis, за Атридесов. И, собственно, на очереди у нас четвертая миссия. Теперь настала очередь ордосов. Сейчас мы, как бы, покажем, опять же таки, что дом Атридесов является той стороной, на которой нужно воевать и которой нужно примкнуть. Ну что же, давайте послушаем совет нашего Кирюхи. Постройка транспортеров сильно ускорит сбор спайса. Ты не поверишь, Кирюха, я знаю один трюк, при котором не надо строить никакие транспортеры и тратить бабки. Вот так вот. Ладно, погнали. Принимаем. Так, какой регион у нас будет? Треугольничек или вон тот в середине? Ну-ка. Не, в середине. Так, ладно. Поехали. Так, здесь уже, по идее, у нас из тяжелого вооружения появятся ракетницы. Но чем хорошо, что наш оппонент в этой миссии, коим является дом Ордосов, он не будет иметь доступ к ракетницам. Вот. И значит, будут они переть так же, как и в предыдущей, третьей миссии, только танками. Комбат-танками. Так. Ладно. Так, давайте немножко разведаем. Я, опять же, повторюсь, не очень хорошо. А если совсем уж точно, я совсем не помню миссии за Атридесов, и я не помню, где у нас спайс. Так, он расположен, поэтому сейчас мы немножко поездим танком нашим. Да где, господи? Спайс. Чё-то, блин, спайса нет. Не наблюдаю я. Может, здесь? Ладно, заказываем ветрячочек. А дальше уже там посмотрим, куда выводить надо. Так. Уже? Так, ну здесь что-то совсем небольшой пятачок внутри нашей карты. А что за enemy unit? А, точно пришел. Ничего себе, как быстро. Да. Ух ты, это труперсы даже. Труперсы! Сразу нападают жестко. Ордосовские. Так, мне кажется, здесь все-таки есть спайс. Должен он быть здесь. Вот так сделаем. Так, вот, да? Значит, лучше где-то сверху строить. А нет, сбоку, да? Как-то сбоку. Ладно. Сейчас один здесь воткнем. Он сейчас будет сверху, наверное, для начала нам вышкабливать там все. Тут, по идее, это закрытая территория, и тут червяк хотя бы не появится. Есть у меня план на эту миссию. Так, Далее. Что мы делаем далее? Нам надо, по идее, еще один завод как-то вот сюда выводить. Ближе. Вот, тоже тут. Ага, точно. Так, в
второй Refinery ставим. Так, ну здесь они это выгребут за пару ходок. Так, ставим сюда. 200, все. Больше у нас ничего невозможно купить. О! Какой большой дядя приехал. Тоже рано нападают. Рано нападают. Фактически не дали времени для обустройства. Что надо, в принципе. Тоже поторапливаться. Пока что на ранних стадиях надо прям контролить. Охране все. Очень так пристально наблюдать. Пока у нас мы не можем пополнять наши войска в защите. Надо их прям расконтроливать. То, что имеется. Ордосы злые пока что. Не понимают. С кем воюют, за что воюют. Лупятся просто. Не жалея живота своего. Ну ничего. Скоро мы им покажем. Так, это обычные. Ребята. Первая партия спайса прибыла. Так, ставим ветрячочек еще один, потому что тут уже подходит к своему пику. Так, и нам надо сейчас поставить танковый и радар. Постараться за эти два прихода наших корвесторов. Так, танковый. Куда нам его поставить? Я думаю, нам надо как-то его вот сюда за горочку спрятать. Как-то типа вот так. Они будут отсюда идти, да? Если что, в горочку стрелять. А у нас тут бравый пехотинец будет отстреливаться. Сверхотуры. Один останется, всех остальных мы пошлем на дип-миссию. Так, и сверху вот сюда аутпост тогда упанем. Сейчас, как только я танковый поставлю, у них, скорее всего, немножко направление атаки изменится. То есть они базу у них снизу, они начнут. Блин, главное, чтобы они не начали вот прямо отсюда ехать. Ну, ладно, мы все равно вот так ее спрячем. Че там? Ого! Что-то у них направление атаки прямо жестко изменилось. Refinery, главное, сагрились. Это как так? Че вообще, почему? То есть у них два теперь направления. Ладно. Здесь пока у нас... Ага. Еще нету крупнокалиберного. Ну, это мы сейчас исправим. Воевать-то мы, ребята, тоже умеем. Хоть мы и мудрые пацифисты, типа, как бы. Многие нас считают таковыми, но воевать мы умеем. Так, ладно, 500. Значит, у нас хватит, чтобы первый танк создать. Так, а я что-то забыл. Тут, получается, МСВ-ху надо опять улучшать. Потом еще и появится ракетница. Ладно, давайте... Пару танков сначала сделаем. Ракетницы нам сейчас не особо нужны.
как, в защите они тоже, конечно, классные. Надо будет тоже прятать куда-нибудь. Типа сюда, вот там за скалки ставить. Во-первых, они дальнобойные. Вблизи не могут стрелять. Во-вторых, у них очень мало брони. Так, это за сколько? За 300 улучшается? Ладно, давайте ее улучшим. Так, ты там что, скоро? Ага. Ты что тут, скоблишь? Тоже скоблит. Нормально. Так, я думаю, следующая атака уже будет вот сюда направлена у них. Почему-то они сначала направились... А, ну правильно, они сначала направляются на главный завод, когда нет других, потом... У нас, в принципе, рядом здесь и рефайнери был, поэтому направление атаки не изменилось. А когда мы второй рефайнери поставили, но без танкового еще, они на него направились. И... Поэтому направление изменилось. Но сейчас, по идее, снова изменится. Опять они вот уперли вниз. Так, ладно, вас, ребята, пока тут оставим. Так, есть. Ну, где моя Катюшка? Так, еще за 300. Ну, давайте, ладно. Этот Харвестер тогда чисто на апгрейд у нас будет работать. Ага, вот. Едет, едет уже такой. Ищет, куда бы упануть. Ну, хорошо, что они все равно отсюда идут. Они прям снизу. Так. Нам не хватит. В принципе, я думаю, все, больше сюда они лезть не будут. Поэтому можно этих ребят возвращать сюда. Так, хоп. Я тоже. В этой миссии войск императора не будет, поэтому можно тут особо не это. Не бояться. Так, ну и давайте первую Катюшу построим. Пусть у нас будет дальнобойная артиллерия. И ее мы поставим вот сюда. Тут ее вообще ни с каких сторон не пробьют. И вторую, наверное, вот сюда воткну. И вот будет в защите две Катюши. Так, две Катюши. Потом постепенно сменим наших подраночков. Так, я хочу вот тут подразведать немного. Так, иди сюда. Главное, чтобы они достреливали. По идее... Да, должны. Воу, даже на подходе простреливают. Так, давай-ка с линии огня немножко уйдем. Чуть-чуть поднимемся выше. Бам-бам-бам-бам. Отлично. Косые они, конечно. Жестко косые. Так, ладно, нам надо дальше отстраиваться. О, ремонтный завод появился. Ага. Хорошо. Так. Ремонтный мы вот сюда воткнем. И полностью его окружим стеной бетонной. Так. Еще раз, здесь почти все вышкоблю. Переходки, да? Это нам, конечно, повезло, что у ордосов нет технологии постройки ракетниц. Пушки, кстати, оборонительные в этой миссии появятся впервые. Ну, не дальнобойные, не ракетные, а такие обычные. Пулялочки. Ну, я даже не знаю. Ну, надо ими, наверное, воспользоваться. Если штук поставить. Тем более, что здесь от них проку будет больше, потому что Катюш нету у соперника. Достаточно близко подъезжать, и пушки будут отстреливаться.
Вот от Катюш в этой миссии, конечно, пушки практически не спасают, потому что Катюши гораздо дальше бьют, чем пушки. Ну и, соответственно, сначала вышибают те пушки, а потом уже дальше. В общем, пушки здесь страдают постоянно. Так, тут залежи хорошие. Так, минуточку. Так, опять меня звонком отвлекли. Ну, возвращаемся. На поле битвы, значит. Ой, а что это? Музыка затупила, что ли? Так, а ну... И чё? А, вот. Интересно, первый раз такое. Так, разведаем сейчас еще немножко. Так, денежки приехали. Смотрим, что нам надо. Так, первое, самое главное, нам с этой зарплаты надо, короче, харвестер еще один отстроить, а лучше два. И... Так, там они все-таки не дошкребли до конца. Так. Так. И тогда... Что у нас тут появилось? Так, вот пушка, как я вам говорил, да? Появилась. Так, появился ремонтник, хай-тек, ну, авиация тут переведен. Авиация. Он нам, в принципе, в этой миссии нахрен не нужен. В общем-то. Он ничего не даст. Я его, наверное, ставить не буду. Ремонтный можно воткнуть. По идее, леталки должны все равно отвозить. Так, ну давайте, наверное, местечко где-то для бараков еще определим. Типа вот тут. Например, да? И для пушечек. Сейчас выведем их куда-то. Тоже. Так. Какой бравый солдафон. Сейчас вдоль их шествия вот здесь, да? Пушек понаставим. И можно здесь еще на всякий случай поставить парочку. Так, для этого нам еще понадобятся электростанции. Можно сюда воткнуть. Так. Так вот. Кстати, ракетницы хорошо справляются. Да? Бам. Бам. Так, есть. Теперь мы, наверное, поставим... Ремонтный. А, уже на него не хватит, да? Так, ладно, тогда отменим. Пока ремонтный. И еще один харвестер я построю. За 300. И... Да, в принципе, пускай ремонтный вон там уже едет. У нас харф. Так, все трое. Оружейно. Ну и все, сейчас ремонтный поставим, его единственное обнесем еще стеной. И будем уже там собирать свою дивизию. Так, вот, как-то. Оп. Так. И... Значит, администрацию ставим. Yeah.
Надо в разведку сходить будет буквально там парочкой, не знаю, даже квадов или танков. Может, наверное, танков все-таки. Так. Ну все. Теперь можно заниматься укаткой, значит, нашего этого ремонтного. Одиночный, когда вот такой кирпич, он так стрёмно смотрится. Так. Ну блин. Так, а я вот, если честно, давайте-ка, наверное, все-таки плиточками обнесем. Он все-таки покрепче становится, когда на плитки ставишь. Опять надо их улучшать. Ладно. Не буду. Так, сейчас обнесем, значит, его и... Хотя мы ни один этот не построили. Все, окей. Единственное, она пока назад не увозит. Зараза такая. Ну, езжайте своим ходом. Ах ты гад, доехал до этой. До нашей. Нифига себе, снайпера убил. Все, всех перечинили. Красава. Ладно, поехал. Есть место только для артиллерии. Прятаться. Так. Все, забаррикадировали. Так, ну и куда ты тут прорываешься бравой походкой? О, хорошо. Накрыло артиллерийским огнем. У меня на этот счет все есть. Так, вот гадина. Прорвался все-таки. Так. Фига ты заряжаешь тут по собственным электростанциям. Сбудунище, что ли, тут наводчик? Бетонных закатаем. Так, ну что, давайте поставим пушечек тут ряд, пускай пошмаляют. В принципе, они энергии очень мало хавают, должно хватить. Так, а ты откуда вообще? Ты кто такой? Так, а, это на его спучинке. О, отлично, шишечка. Прикольненько. Так, что там у нас? Кто там приехал? Так, наверное, надо пару спайсов поставить. Acknowledge, reporting, acknowledge, reporting, acknowledge, reporting.
мало спайса у нас. Сандафон брал. Ну-ка. Работаешь, что ли? Бам. Прям можно вот сюда ставить, они начнут отсюда. Блин, весь спайс, правда, выгрызу сейчас. Так, ну и надо это строить миссию, все дела. Так, у нас теперь 4 харвестера трудятся, надо под это дело хранилище поставить, хотя бы парочку. И электростанция, наверное, еще одна понадобится. Сейчас по плану, как я и хотел, мы пойдем в разведку сначала сходим. Надо хорошенько разведать, где у них база, что вокруг базы расположено. Блин, идиоты! Это свои же разгромили пушку. Свои же, дуралей, блин. Хоть вообще танки в охрану не ставим, блин. Так, у нас уже есть потери в заводах. 1-0. Так, а чё, давайте, короче, пока вы вдвоём шуруйте. Чё, запутались, что ли? Ну, капец. Все. Замеси. Ты будешь его отвозить или нет? Чё там, блин, поломалось? Транспортир. Короче, я сейчас тут все пушками заставлю. Так как я говорю, ракетниц у них в этой миссии нету, то ну как бы это не страшно. Тут они пехоту на подходе мне секут сразу, а здесь будут отбиваться от танков.
Поэтому охрана мне, в принципе, практически не нужна. Ну, добьют вот этих вот, если я даже не услежу за ними, ну и хрен с ними. Так, что харвестеры. Чего ты крутишься? Ну, все, зависло нафиг. О, проснулась, блин. Точно, алкашня, блин, забудунища. Надо провести разъяснительную работу. Так, и давай, наверное, зениточку еще. Катюшечку. Так, ну, короче, вот эти двое... А, вот тут у нас еще, если что, есть спайс. Хорошо. Ладно, червей не открыть. Я думаю, они где-то внизу. Хотя, вот смотрите, чечики идут у них вот отсюда, а танки выезжают аж вот отсюда, да? Блин, это меня наталкивает на мысль, что, возможно, даже базы две. Одна какая-нибудь совсем маленькая у них вот тут внизу сейчас будет. Может, там даже танкового не будет, будет только человеки. Пехота. Так, что у нас тут? Наверное, это. Отъедь. В охране у нас синитки есть. Ну и как бы нормально. Так, может сейчас стоит поставить второй. Второй завод танковый и строить в одном танке, в другом зенитке. А может и не надо. Тут, в принципе, можно вообще игру зенитками закончить. Вот эту. Если бы мы играли за Харконина. О, видите? Так, уже нашли что-то обнаружено. Пушек нету пока, смотрите-ка. Что-то тут вот баска. Ну, мне кажется, это совсем маленькая база. Может, у меня тут одна пушка. И главного, наверное, нет. Не-не-не-не-не, подожди, не воюй, не воюем. Мы чисто разведка. Мы гид-миссия. Так, да, у них тут действительно маленькая база, вы гляньте, на которой есть только этот завод пехотинцев. Интересно. Так, открыли такие. Открыли. Куда? Куда ты едешь, урод? Пошел вон. Где мои харвестеры? Все. Сожрал уже что-то, да? Так, постой-ка пока. Чё ты остановился-то, дуралей? Ну-ка, иди сюда. Так, сюда идём. Так, надо ещё танков. Так, где этот червь? И стрелять некому, да? Пока будем войска строить, сейчас решим, что делать с этим. На зеленых он, блин, не реагирует, по-моему. Хотя нет, вот едет. Ох, зарядило, нифига. У них, конечно, у этих пушек очень мало жизни.
своими силами. Так, где чеш? Вот, давай, сожри вот их харвестер, например. Правильно. Чё бы нет. Чё бы нет, собственно. Чё-то он туда-сюда катается, блин. Так, а чё-то у меня три всего харвестера. Раз, два. Раз, два, три. Один, видать, он все-таки с чавком. Вот. Все-таки один сожрал. Че не стреляем? Чисто туда-сюда гоняет, и разница. Ничего сожрать не хочет. Капец, ну мимо них, блин, ну ты чё, ну съешь, ё-моё, вот же. Отряд бравых, ёлки-палки. Ну и заколебал, придурочный. Чисто чмо. Опущенный. Ай. Base under attack. Чё, квадик на тебя? Пушки не стреляют. Ты чё за нафиг-то, а? Ладно, езди, ковыряй его. Может, доковыряешь что-нибудь. Сейчас, видите, опасно слишком много ракетниц делать за ними. Так, моего вот опять же таки сожрал, урод. О, да, видите, сожрал мой квад и отряд из трех человечков. И сдох. То есть двух. Значит, до этого все-таки он харвестер с чавком. Все, спокойно продолжаем. Так, а давайте сразу и выгружайтесь там. Так, ну а ты почти пустой, езжай. Работай. Так, ладно. Поэтому я говорю, что сейчас опасно с этими. Они, видите, если вблизи зданий стоят, ну вот сколько у них хватает расстояния, они будут сами лупить по зданиям. И до красных там, ну то есть им пофиг, будут все взрывать подряд. То есть я их возьму чисто так, пушки там снимать сдалека, чтобы танки не драконить. Вот будет там три у меня их, наверное, и хватит. Потому что, если бы, я говорю, мы играли чисто, ну, например, харпонинами, я бы тут, наоборот, упор сделал бы на ракетницы. Танки бы у меня как раз защищали бы вот от охраны их. Потому что они могут ракетниц легко все переколошматить. А ракетницами просто бы сносил все нахрен. Но нет, сейчас здесь будет статка другая. Так, ну чё, наверное, хватит. Нам же еще нужно для дипломатов оставить место, скажем так. Да? Вот, поэтому можно, например, еще пушечку вот куда-нибудь. Сюда. Можно, кстати, начать с нижней базы, почему нет? Здесь, да, главного нету, но мы-то... Хотя мы вот эти два не захватим завода, получается, их только взрывать. Мы сможем захватить только электростанцию и рефайнери. Поэтому есть ли смысл нападать на нее первым? Ну, правда, там совсем охрана слабенькая. Возможно. Так, сейчас мы посмотрим, что у них вообще тут происходит. Надо все-таки разведать вторую базу, что у них на второй базе происходит. И где она вообще самая главная? Тут они прям на таком пятачке расположились. Прям совсем маленьком.
Ё-моё. Но это свои же Катюши долбят. Это по-любому. Так, вот это тоже, скорее всего, ему прилетело от своей же. Они когда под себя стреляют, у них ракеты вообще летят в разные стороны, абсолютно неуправляемые, блин. Вот опять влупила, аж до желтого довела. Так, ну ладно. Где там? Погнали. Погнали, пацаны. Так, это уже земля этих. Ну, где-то вот сбоку, наверное. Танки выезжают откуда-то вот отсюда. То есть она где-то вот, тут, наверное, опаска. Может, в самом углу. Точнее, второго открыли. Да ладно, блин, вот. Сволочь ты долбаная, говнюк, а. Так, где Харвестер? Так, оба в этом. Здесь чё? Да куда ты? Езжай сюда. Вон тут уже катится. Так. Ты куда поехал, блин? Так, тут еще один, блин. Давай-ка сюда, 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 сюда. Так, у меня танков в охране вообще не осталось. Да и хрен бы с ними. Нету и нету. Я говорю, здесь... Так, ладно, давайте дипломатов построим и отчасти их, короче, выгоним администрацию на борьбу с насекомыми. Ну, мы им-то не скажем, что по-настоящему. Вот, короче, то они в офисах своих позасиделись, скажем, кого сожрал. А, ну, их, молодец, молодец, одобряю, оп. Оп, все. Ладно, повезло вам. Yes, повезло, реально повезло. Yes, работники. Месяца, ё-моё. Так, езжай. Выгружайся. Ну, а вы работаете, товарищи. Так, ну все, больше здесь, на этой карте, червей не осталось. Благо, они не восстанавливающиеся. Строим четвертого. Опа, и все, да? А, ну у нас, в принципе, два дипломата есть. Ладно. Поехали. Продолжаем. Остановили нас на полпути. Я говорю, я для этой миссии страточку тут придумал. Сейчас мы разведаем, что вообще как тут происходит. Face under attack. По лицу кто-то там бьет. Так, вот земля. Что на этой земле у нас? Не взорвись, блин! Тихо. Бум, так, что у нас за земля это, кстати? Не, ничейная, что ли? Ничейная. Зато сколько спайса тут. Опа-опа, это уже охрана, да? Так, вот, что-то нашли, что-то нашли.
Чё-то нашли, пацаны. Не стреляй, ни в коем случае. Да вот, чё ты встал, блин. Так, о, главный завод нашли. Ох, ё-моё. Я тут... А! Чё, не смог пройти там? Ой, они сейчас друг другу мешать будут. Ой, пипец. Куда ты поехал-то, дурень? Ну ладно, ну вот это да, это уже видно, база такая посерьезнее. Правда, пушек опять же мало, что тут они? Сверху три. Ничего не открылось, ну может быть, тут еще парочка. Короче, что-то у них это. Базы-то две, но они какие-то обе, в принципе, это. Это вообще никчемная база. О, что это? Что это, кого это? Так, опять электростанцию поцарапали. Па. Так, ладненько. Значит, дипломаты есть. Смотрите. Значит, что мы делаем? Сейчас мы построим. Все-таки четвертая миссия. Негоже дипломатам пешком ходить. Мы построим для них транспорт. Так. Можно даже потихонечку сделать уже вот так. Передислоцируем наши войска. Они как раз будут дипмиссию охранять на их пути. Так, пока что вот сюда. Так, ну и следом пойдет, значит. У нас вот этот транспортник где-то в середине нашего пелетона. Так, ну и чё? Танк, наверное, еще один построим. Последний. Дипмиссия. Вы пока можете вот сюда спокойненько продвигаться, товарищи, дипломаты. Так, что нам, спайсовый завод еще один воткнул. Денег до хренища. Девать уже некуда. Строим хранилище. Хорошо, когда приток денег. Так, что там, где наша делегация? Ага. Великолепно, все едут. Все в сборе. Небольшую перевалочную дипмиссию построим. Административное здание, естественно, будет у нас тут. Парочку сборочных цехов. Точнее, не парочку, один. Так. Что-то
одна Катюша все-таки не захотела ехать. Так, смотри, дезертиры нам не нужны. Так. И, как вы помните, стоит нам какую-то базу построить. Так, надо, наверное, еще электростанцию здесь пока что воткнуть. Чтоб там строить только это самое необходимое. Так, мы сюда ее воткнем. Вот. Сейчас подготовимся к цели. Как только мы развернем там второй завод, они тут же забудут про эту базу и начнут. Два попадания, походу, было прямых своей же Катюши. Да, они забудут про эту базу, хотя она основная, это и все прям кинутся туда. Ну, в общем, нам ее надо будет. Войск-то у нас там достаточно, как бы, но недостаточно. Так, что нам туда надо будет воткнуть? Я вот думаю. Административное, наверное, здание для пушек побольше, да? Так, нет, административное здание мы тогда здесь закажем. А где второй дипломат? Тоже не захотел идти, а? Посмотри на них. Привередливые дядьки. Так, есть. Ну давайте, короче, смотрим. Что у нас тут? Значит, делаем так. У нас тут все близко. Ставимся сюда. Ставимся вот сюда. Регистрация, там все дела. Так, ну и надо как-то сделать так, чтобы на самообеспечении уже были ребята. Чуть-чуть в стороночку. Так, где? Что ты вечно отстаешь? Среди отстающих. Так, здесь сможет развернуться? Сможет. Сразу же заказываем, значит, битошку. Так, рефайнери надо здесь ставить. Так. Бам. О, что, мы кого-то потеряли? Или когда двое бараков... Так, теперь здесь закажем битошечку. Хотя, блин, рефайнери можно, наверное, и не ставить. Знаю. Так, пока нет. Потому что сейчас наш этот харвестер будет вот здесь, блин, обитать. И как бы это... Так, мужики, ваш черед. Надо было их пораньше направить. Да, пока здесь. Во. Уже поехал. Чертила. Ну ты зачем по харвестеру стреляешь? Ну-ка, ответь-ка. Так, а, во. Одумалась, да? Так, вот я говорю, что они, блин, сейчас сюда будут ехать. Можно здесь танковый построить. Так, танк.
танковый. Сейчас подготовимся, короче. У нас дипломаты будут под самой надежной охраной. И идти далеко не придется. О, красные пришли, да? Молодцы. Тренированные уже. Все-таки сколько мы миссий уже. Таким макаром. Так, тихо, блин. Наглец. Ты чё стоишь-то, блин? Так, сюда. Там уже напрямую все. Пожалуйста. Электростанцию там воткнули, воткнули. Все. Так, ну как-то так, вот как-то так. Че, все, можно ехать. Можно ехать. Мы подготовились. Пару котёж сюда. Одна пока в охране. Даже можно еще, наверное, пушечку воткнуть. Потому что здесь мы тоже всю охрану снимем отсюда. Чтобы нас наш спайс охраняли. Так, что по электричеству? Нормально. У нас сейчас лимит еще и на заводы выскочит. Ой, нет. Чик. Сюда стали возить даже харвестеры. Больше нравится. Чик. Все. Отлично. Шикарно. Ну все, идем. Чик. О, отлично. Ой, шикарно. Молодцы. Вы просто уже своей работой занимаетесь. Непосредственно. Просто красавцы. Так, ну у нас сейчас оборона постепенно перейдет в атаку и все. Поехали. А, ладно, снимайте. Давай мы и тебя подключим. В принципе, да? Что нам кидать? Все. Бездушные пушки уничтожены. Так, что тут еще? Еще третья. Блин, так, чего как-то поехало не туда. Все пока живы. Пока все живы. Опа! Блин. Так, продолжает пить. Сволочь. Наши Катюши. Одноракетная, да? Так, наверное, придется здесь... А, уже негде поставить. Хотел сказать, этот ремонт. И тут же поставили на ее месте новую. Вот зараза, а. Так, ладно. Надо, короче, главный захватывать.
Так, нам надо тогда танками с фланга заходить. Вот сюда. Чё, вы её взорвёте, нет? Тут всё равно, короче, охраны-то нету. Так. Снять вас отсюда и заменить вам место дислокации. У вас тут толку нету. А вот здесь от вас толк будет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Обстреливается собака себе. Но я говорил, что миссии, где появятся пушки, они станут сложнее. И это еще пушки здесь у нас, ну такие, типа, недальнобойные, да? Дальше станет еще хуже. С дальнобойными. По такой стратегии играть. Так, где там мои? Так, на что? А, я только одну не направил. Так, а ты отсюда вообще сможешь выехать? Так, уже столько пушек сняли, как кошмарики просто. Так, еще и дуплять стало. Давай сюда, сюда, езжай, езжай, езжай. Так, потихоньку надо... Давайте-ка вот сюда, и потом прокрадываться будем потихонечку. Первая цель, чтобы они перестали, блин, пушки отстраивать, это захватить начальство, естественно, на свою сторону переманить. Опять же таки. Так, надо аккуратно переследить, прям следить. Пушки у нас продолжают снимать, если что, ракетницы. Так, тут все нормально. О, опять построили. Так, ну что? Ага, еще и чинят. Так, приехал, блин, товарищ. Сейчас снимет танк. Есть, да? Так, сняли. Танчик нашел. Ну, надо уделывать уже его. Так, погоди. Фига он спрятался. Так, еще кого-то из наших сняли. Людей, что ли? Нет, дипломаты живы. Так, дипломаты, дипломаты, вам вот сюда дорога. Нифига, у меня, видать, Катюш поснимали. Так, что-то это у меня там взрывается, похоже. Что взрывается? Ничего не пойму. Что взрывается? Ты что здесь встал? Ай! Ай! Так, дипломат на изготовку.
Пошел! Пошел! Давай, они готовы! Давай, 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 давай! Не убейте дипломатов, блин, идиоты! Есть! 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 Сейчас эти поедут, да? Понятно. Так, короче, сюда пока. Так, ага, лупит, блин, в танковый завод. Урод, а. Надо срочно танковый спасать. Этот идиот его сейчас, блин, задолбит. Так, ну все, теперь они строить-то не будут ничего. Можно нам немножечко передислоцироваться вот сюда. Снимать. Ух ты, блин, какой ты подранок. Так, в кого вы стреляете? Что я там заказал? Так, что я, бетон? А, ну да, бетон, точно. Сейчас мы сюда пушку поставим. Блин, мухи эти задолбали, елки-палки. Так, кажется, к сожалению, с той стороны мы не сможем поставить. Так, 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 так. Стреляй сюда. Так, воткнем, ладно, не получится сделать все по красоте, как то было в прошлом. Восстановить все как было, типа. Вау, а чё это? А-а-а, блин, вот урод. Я бы перестал терзать наш завод. Восстанавливаю, что ли? Так, дипломата надо построить. Так. Так, спокуха, вот я о чем говорил. Надо их отводить так, чтобы они не могли стрелять по вражеской базе. Только пушки, только пушки. Так, вот сюда одна. Так, чё тут? Пацаны, ну чё ж вы так? Смотрите. Попало, нет? Ой, отлично. Так, все. Куда вы лупите, а? Нельзя вас оставлять здесь. Электростанцию воткнуть. Да? Восстановить электроснабжение. Но теперь уже на 220 вольт. Так, что у нас там происходит? Эти продолжают сюда идти и гибнут здесь просто пачками. Да? Ладно, эта база у нас... Основная такая база.
Так, о, воевать приехали, будем бить. Давайте. Хотя ремонтный, по-моему, тоже нельзя. Насколько я помню. Давай-ка. Не, можно. Ты глянь. Хорошо. Давай сразу в него. Так. Блин, бараки. Давайте вот. Не надо харвестер трогать. Хороший харвестер. Наш харвестер. Ух ты, блин, а? Появился. Вылез из тумана. Вынул ножик. А-а-а! Да ты чё? Вы еще типа боеспособный, да? Мать вашу. Ой-о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 й, чё творишь? Она, я что-то думал, она в завод не будет попадать. Чините давайте, я не хочу танковый завод потерять. Так, хорошо. Так, надо, короче, танковый захватывать. Больше. Так, где там наш инженер? Ай, блин, дуралей, забыл я про тебя, ну мудила. Так, давай. Все. Собственно говоря, теперь все. Так, ну куда ты лупишь-то? Своему заводу. Идиотина. Чё там пил-пил? Где пил-пил? Так, ну вот, как-то так. Так, а хай-тек можно? Тоже не помню, если честно. Специально его вниз отвел, чтобы он заборчик не сломал. Нет, все равно в забор стрельнул. Ох, блин, бедовые ребята. Так, сейчас мы, короче, вот здесь. Чё ты стреляешь куда? А, нет, достреливает. Молодец. Неужели?
Так, будет лупить, короче, по моей же пушке. Ладно, не буду пока ставить. Давайте, давайте, мужики, где там инженер? Инженер, давай! Ставить я здесь поставлю бараки тогда. Все, улетает. Я хочу, естественно, с Харвестером вместе захватить. Да, бейте его. Вот, стоит такой рядом с вами, типа, да я с вами, мужики. Ты-то куда здесь едешь? Чиниться? Я что-то юмора не понял, если честно. Куда он ехал? Так, куда лучше бараки воткнуть? Бараки воткнем. Где-нибудь вот здесь. Они уже тут ездят, как у себя дома, блин. О. Тихо. Отходим. Где зеленый Харвестер? Хочу с Харвестером захватить. Но чтобы дипломат был наготове. Инженер. Пиво. Ты слышишь, ты не пивкой тут. Где вражеский Харвестер? А его никак уничтожили, что ли? Ничего не пойму. Где вот он? Леталка летает. Во-во-во-во-во-во-во-во. Вперед. А, восстановили жизни. Вот уроды, а. Так, где Катюша, блин? Давай. Не паникай сюда. Что, нет? А или она куда? Или она сюда теперь его возит? Вот урод. Все, я понял, сюда они не привезут ее больше. Ладно, ладно, захватываем тогда. Нефиг ждать больше. Во. Давай. Так, а чё? А, ну да, это же их. Думаю, куда Катюши делись, ага. Чё ты сюда-то ездишь? Проехалось.
Так, теперь что мы ищем? Электроснабжение. Захватим. Чё ты не стреляешь? Да чё ты заедал, блин? Yes, sir. Moving out. Так, не чинят и не чинят. Reporting. Acknowledge. Reporting. Acknowledge. Так, ой, ему в обход идти, капец. Reporting. Acknowledge. Yes, sir. Moving out. Ух ты, блин! Нельзя захватить. Ладно, взрываем. Уничтожаем. Да желтых уже давили. Обратно хотят, видимо. Отвоевать. Хочу просто много танков на эти заводы направлять, потому что не услежу. Все равно что-нибудь взорву, зараза. Так, что там Катюша стреляет? Все, хорошо. Мы сейчас тогда свой сюда воткнем. Оп. И хай-текчик. Хорош чиниться, Так, ты что тут говоришь? Давай, 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 быстрее, 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 блин, быстрее! Чинить. Оп, есть. Сейчас и денег станет снова у нас больше. Так, дипломат готов. Все, остался последний завод, электростанция. Перевести на питание 220 вольт. И как бы все. Все. Так, эта база захвачена. Хорошо. Так, теперь, значит, что мы делаем? Прут собаки, да? Прут. Давай-ка чинись и езжай, пока тебя не замочили.
Так, пацаны, собираем всех, кто жив. Так, дипломатов не осталось, надо два. Так, танк. Что у нас с Катюшами? Так, тоже же очинись. Дипломата переведем сюда. Так, где тут база? Так, шлепай сюда, значит. Так, ты у нас, значит, так чинилась. Так, ну нормально. Ой, отлично. Так, что по Катюшам? Уже ей чинись. Здесь наверху еще должна быть. Ой, целенькая, отлично. А что, спайс кончился, что ли? Я-то запасся. У меня хранилищ много. Смотрите, стоят. В ряд просто. Так. Так, где у нас какой-то островок дипломатов? Хоп. Так, всех собрал. Так, у них, походу, тоже спайс закончился вообще везде. Везде. Потому что даже солдафоны практически перестали идти. Так, что такое? Что значит? Так, собираем кулак. Да, получается, с пушками очень это. Достаточно муторно, конечно. Так, один дипломат есть, где второй? Второй где-то чешет, да? Где-то чешет. Так, отлично. Так, значит, у нас 3-3. Ого. Все-таки смогли там кого-то, да, чего-то починить. Так, надо сюда пушку поставить, она будет одна, в принципе, справляться с этими бармалеями. Так, ну-ка. Типа на главный завод идут, точнее на танковый. Ватага такая серьезная. Так, и вот сюда, наверное, поставлю. Так, кто там? Катюша? А, хорошо. Открываются, но не надо. Вы уже думаете об атаке. Все. Думали об атаке, хорошо. Так, ну эти справятся, я думаю, ребята. У нас... Так, что-то. Еще двоица. И еще троица. Так, где третья? Где третья, Катюша? Так, а что у нас подранок впереди? Впереди должен стоять. Зелененький. Так, что у нас с охраной? Так. Там основные пушки. Так, танков у них больше не будет.
человечки. Так, вы, блин, опасные ребята. Втроем сейчас как лупанете. Тихо, 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 тихо. Не надо. Так, подводим дипломатов. Пожаренных. Тихо, тихо. Так, отходим. Не надо стрелять больше. Доводим, доводим, доводим до красных. Шуруй сюда. Давай, 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 давай. Давай, мужик, давай, можешь. Я знаю, что ты можешь. Так, ты тогда сюда иди. Давай, 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 давай. Опа, есть, отлично. И опять прям с Харвестером. Прекрасно. Шикарный результат. Так, а ну. Что за лохобойщик там вылез? Иногда потери тоже бывают. Так, но эти два завода не захватываются. Придется уничтожать. Так. Ну вот и все. Ух, какая миссия все-таки получилась. Она не сказать, что сложная, да, просто вот это из-за той стратки, которую я выбрал, да. То есть так-то, я говорю, если бы воевали именно, ну, таким силовым путем, вот, а не дипломатическим, то здесь очень быстрая бы победа реально настала. А тут приходится контролить за каждым юнитом, каждым видом техники, потому что, видите, если они близко к базе стоят, они сами лупят. Причем так, чтобы они на определенном расстоянии стояли, они еще стоят с разных сторон базы, блин. Надо тут популять, там популять. Поздравляю с очередной победой. Я начинаю думать, что ты был послан нам небесами, ибо твой дар командира воистину божественный. А еще мой дар дипломатического переговорщика, вот. В итоге мы сегодня 3 завода только потеряли. Тех, которые можно было бы на свою сторону переманить. Они тоже накопали, смотрите-ка, 35, ничего себе, тысяч. Ну и одну пушку мы сами у себя уничтожили. Строение уничтожено. Но видите, те, которые захватываем, тоже считается, что они уничтожены. На самом деле, из 21 где-то, наверное, штук 15, а то и 16 мы захватили. Вот. И всего лишь потеряли 21 свой юнит. И то сюда, скорее всего, идут и дипломаты, которые захватывают здание.
Это вот смотрите, из 21 отнимите, сколько мы зданий, штук 15 захватили. То есть мы потеряли меньше десятка, человек 6 всего. Вот, так что мы пока держимся вот так, как и хотели. То есть минимальные потери и среди своих, и среди чужих. Войск, правда, среди врага уничтожено много, но не пехотой этой дурацкой атаковали. Так, ну что, вот у нас пароль на пятую, значит, миссию появился, Fermented. Там уже будем воевать с Харконинами, там появятся уже пушки дальнобойные. Ух, в общем, здесь, да, следующие миссии будут такие вот затяжные. Ну, у них пропаганда тоже как бы работает, сами понимаете, и усиливает свое давление на своих же солдат, своих же войск, поэтому их становится сложнее переманивать на свою сторону. Вот, остаются какие-то фанатики агрессивные. Ну, в общем, сами понимаете, война в самом разгаре. Ну что же, надеюсь, что вам понравилось такое вот прохождение. Четвертая миссия за Атридесов. Вот. С вами был, как всегда, Скутер, канал Ни Слова в Играх. Всем до следующей встречи. Увидимся в пятой миссии. Ну и всем пока-пока.